Итак, добрый день. Мы с вами рассматриваем акции Сбербанка. Что мы видим? Вот видим мы по нашей стратегии динамику капитала. Это с 1 января 2020 года. Как рос капитал по нашей стратегии. И сигналы, которые она давала. Все это в реальном времени происходит. И мы рассматриваем, что сейчас со Сбербанком на данный момент. Сегодня 15 апреля, 4 часа 17 минут по Москве. Смотрим и анализируем. То есть Сбербанк у нас торгуется в канале, да, проторговка. И последний сигнал у нас был buy. Соответственно, мы находимся внизу канала и проторговываем вот этот вот треугольник. Да, то есть из всего до цены, так скажем, в 280 рублей мы пока стоим в сигнале buy, и в принципе нас ничего здесь не смущает. То есть пока мы здесь проторговываемся и заканчиваем движение в треугольнике. И для, в принципе, всех инвесторов, ну, мы держим buy, вот, то есть, да, немножко мы здесь отминусили, то есть, те, кто не вышел, да, не работает по вот этой канальной стратегии, а только по нашим сигналам, соответственно, мы просто держим пока buy. Вот, для тех, кто торгует по внутри дня по более, там, мелким таймфреймам, естественно, они закрыли позиции buy вот здесь, да, на пересечении вот этого ускорения. Вот, но мы рассматриваем только эту стратегию. Новостей каких-то по Сбербанку последних совершенно нет. То есть последняя новость там от 7 апреля, которая хоть как-то влияла. Вот, мы торгуемся между вот этими двумя линиями, так скажем, MA. Вот, MA для того, кто первый раз здесь, это Moving Average. Соответственно, просто держим пока и не паримся. Вот, пока мы не доторгуем, в принципе, никаких сигналов здесь больше, я думаю, не будет. Сейчас это последний. То есть в ближайшее время можно отсюда, то есть можно здесь, в принципе, усреднять позицию, потому что это нижняя граница нашего треугольника. Да, следующая линия поддержки, она идет уже ниже сюда, но это уже как бы пробитие канала вниз. То есть если мы будем отталкиваться от этой линии поддержки, хотя такое возможно, вот, то тоже, в принципе, мы ждем пока курс наверх. Вот. И в целом, что здесь можно сказать в какой-то более долгосрочной перспективе? Да, то есть, ну, мы видим, что сигналы отрабатывали просто очень круто, да, то есть здесь мы sell buy. И, соответственно, пришли сюда сейчас buy. Вот. То есть в данном случае пока RCI у нас даже занижена немножко, она, то есть, перепродана. Вот. Тот, кто хочет входить сейчас, то есть тоже есть время. Вот в buy сигнал. И тот, кто не подписан на наши сигналы, так скажем, и только присматривается, вот, ну, очень хороший способ войти и следить, в принципе, дальше. Вот, если вы хотите подписаться на сигналы, на нашу стратегию, вы можете написать в Telegram, который указан в шапке канала, и как бы мы подключим вас к этой стратегии. Вы будете получать сигналы в тот момент, когда они как бы происходят, а не после того, как мы записываем видео и выкладываем. Соответственно, что еще здесь можно сказать? Эта стратегия, в принципе, трендовая, да, но она учитывает многие-многие параметры для сигналов. Объяснять суть здесь, ну, не стоит. Здесь, в принципе, почему мы завели канал, да, чтобы все было прозрачно, да, чтобы все видели последние сигналы и те трейды, которые были ранее, да, то есть чтобы вы не боялись торговать по этим сигналам и понимали, что они обоснованные стратегии.
Вот. Стратегия, которая показывает как бы на длительном периоде времени очень хорошие результаты. Вот. То есть можно отследить их все по, ну, так скажем, по тем моментам, которые здесь были, да, то есть это весь год, и весь год эти сигналы были хороши. Вот, поэтому подписывайтесь на наш канал. Тех, кому интересны сигналы, это, в принципе, очень-очень дешево. Пока у нас есть, действует промо-цена. Вот, вы будете получать их в любом удобном для вас виде. Хотите в Телеграме, хотите СМС, хотите e-mail, то есть в каком хотите сигналы, в течение там буквально 1-2 секунд после определения, то есть появления сигнала, вы его будете получать. Это часовая стратегия по Сбербанку, да, то есть мы на меньшие таймфреймы здесь больше не рассчитываем, ну, то есть это не нужно, и только в течение часа, потому что час он более адекватно отображается и как бы торгуется. И какие-то лишний шум, он в этой стратегии просто игнорирован. Вот. После того, как мы выйдем из этого канала, здесь уже, соответственно, будет, ну, немножко другие, то есть, моменты. Ждем вас, подписывайтесь, ставьте лайк и, соответственно, пишите нам в Телеграм, если хотите отторговывать эти сигналы, получать. И также есть у нас, в принципе, разработка, которая построена на, ну, которая работает с Тинькофф API, да, и тех, у кого аккаунты Тинькофф, например, кто торгует Сбером на Тинькофф, то спокойно можно эти сигналы отторговывать прямо с ботом, да, то есть подключиться уже не торговать вручную и ждать сигнала, а просто бот будет входить и выходить по этим сигналам. Поэтому это тоже все, давайте, обсуждается. Просто пишите нам в Телеграм. Так, всего хорошего.